Всем доброе время суток. Сегодня расскажу о том, как загрузить Viber на компьютер, ноутбук, также активировать его и, в принципе, полноценно пользоваться Viber так же, как на телефоне. Если у вас установлен Viber на телефоне, вы хотите сделать Viber на ноутбуке или компьютере, в первую очередь нужно зайти в поисковик, набрать, скачать Viber с официального сайта. Мы переходим на официальный сайт. Тут в левой колонке Viber для смартфона, в правой колонке Viber для компьютера. Скачать для Windows или скачать для Mac. Система сама определит, какая у вас стоит Windows. Вам остается только перейти на скачать на Windows. И вот в правом верхнем углу вот пошла загрузка. Я скачивать не буду ничего, я уже его скачал. Далее, когда приложение скачается, нужно его загрузить на рабочий стол. Я его загрузил. И дальше открываем Viber. Вылазит такая картинка. Чтобы использовать Viber на компьютере, нужно открыть Viber на смартфоне. Откройте экран и откройте QR-сканер и отсканируйте код. Для этого нам понадобится смартфон, где у вас уже Viber загружен. Берем смартфон, заходим в Viber, вот нажимаем еще. И в верхнем углу, вот здесь вот, нажимаем на отсканировать QR-код. И сканируем наш QR-код. Оп. И приходит такое сообщение «Синхронизация». Нажимаем «Синхронизация». Откройте Viber на мобильном устройстве, разрешите синхронизацию сообщения. Нажать «Начать». Окей. Нажимаем. В компьютере нажимаем «Окей». И все. Можно пользоваться смело Viber на ноутбуке. С ноутбука можно также звонить, писать по Viber, так же как и на телефоне. Только нужно включить веб-камеру, если у вас есть веб-камера. Также можно переписываться, все как на смартфоне. На этом все. Если видео понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал. Всего доброго, до свидания.